поговорим о возможностях использования мобильных компонентов для контроля и управления сетями устройств самообслуживания. Где бы вы ни находились, в любом месте и в любое время, вы имеете возможность узнать, что происходит в вашей сети устройств самообслуживания, в стране, в регионе, городе или в отдельно взятом устройстве. Вы получите информацию в реальном времени о состоянии отдельных компонентов и состоянии денежных средств в табличной или графической форме. Узнаете о количестве конфискованных карт или других документов. Система также проинформирует вас о состоянии аппаратной части, физической и виртуальной памяти, наличии свободного места на жестком диске, а также об используемых в настоящее время программных модулях. Вам предоставляется возможность просмотра событий на устройствах в реальном времени или просмотра их хронологии за желаемый период. Разнообразие отчетов позволит оценить такие важные параметры, как доступность устройств для клиентов, а также время и причины простоя оборудования. Уровень загрузки денежных средств и их движение за заданный период. Разнообразие форматов предоставления данных позволит использовать их для дальнейшей обработки системой DotIQ или отправки по электронной почте. Кроме того, с помощью мобильных компонентов вы сможете управлять устройствами, получать фотографии и видеофайлы системы видеобезопасности ATMI.IQ.